чувство нужности. Один мой ученик постоянно говорил о том, что я никому не нужен, я не нужен, я никому не нужен, мне нужно быть нужным. На самом деле, каждый, наверное, человек в своей жизни задумывался о том, что кто-то ему нужен, он кому-то нужен или он не нужен. Это очень важное чувство – быть нужным. Но самое главное, мои дорогие, это важное чувство. Раскрою вам один большой, огромный секрет. Пока вы не будете нужны самому важному человеку в вашей жизни, тогда никому вы не будете нужны, и вам никто не будет нужен. И кто же это таинственный, важный, дорогой человек в вашей жизни? Это вы, мои дорогие. Только если вы сами себе будете нужны, тогда и другим вы будете нужны. И вам будут другие нужны. Самое главное начинается с себя. Когда вы начинаете становиться себе нужным, вы начинаете становиться нужным другим. Я вам желаю быть нужным для других, в первую очередь для себя. Нужным. Всем удачи. Пока-пока.